Всем привет, друзья! Я снова в Костко, снова с работы. Вам просто не передать, какие у нас скидки. Ну, прям вот курточки. Детские курточки, $10. Вы представьте, сейчас покажу. Ой, смотрите на мою тележку. Видео будет маленькое, дома покажу, что купила. Так, сумку там оставила. Вот эти комбинезончики, вот 9. По $9. Смотрите, какие же классные. Внутри такие тепленькие. Это на маленьких детей. Вот. Были 20, сейчас 9. Вот по $9. Костюмчики такие. Курточка. Вчера я показывала. Так. Вот по $10 кофточки теплые. Вчера были 15. Сегодня 10. И вот такие теплые как бы или туники, или спать у них такое, ну, там. $7, друзья, сегодня они такие классные, теплые, с капюшончиками. Вот есть такие, ну, прям такие распродажи уже, что, кажется, все купил бы. Вот какие классные курточки на детей зимние. $15. Вот такие. Есть вот такой цвет. Вот это скидки. Прям люди так покупают, берут по 5, по 7, по 8. Ну, курточка $15, да? Это ж супер. Вот такие мужские курточки есть. Вот такие. $16 были 20, сейчас 4 скидка. Тоже хорошие. А здесь вот рыба красная, $18, вот так. Эти три куска, то $30, смотря какая. Это 30, 23. Вот какие рыбы есть, даже не знаю, как назвы. Тилапия $11. Это уже курица, куриное мясо, фарш. Вот за две курицы, органик натуральные, как бы $28. Уже конфеты, друзья, вот эти, я вчера говорила, были, ой, не помню сколько. Сегодня они уже $6. И смотрите, сколько уже мало осталось. И вот такое печенье тоже 6,50, такая коробочка. Уже скидки идут не после Рождества, а до Рождества. Что, чем мне и нравится Костко, что скидки рождественские до Рождества. А в других магазинах после. Всем привет еще раз, друзья. Уже я приехала домой. Приехала с работы, с магазином, все такое. И хочу показать, что я себе сегодня купила в магазине Костко. Это уже у нас сегодня вторник, а в субботу уже будет Рождество. И уже идут большие скидки. Вы представляете, прям, ну, не то, что дорожает именно, а перед праздниками, наоборот, все они, ну, им нужно это все распродать, потому что оно их как бы выставлялось для Рождества и все такое. То очень много людей было, но по сравнению пишут мне, какие живут люди в других штатах, то они пишут по сравнению с ихним Костко, то у нас это вообще пусто. Как бы у нас нету, ну, столько людей, как у них. У них как бы забытый этот Костко, забитый магазин, столько народа, а там, где я говорю, что много людей, то они говорят, что у них такого нету, как бы. То и спрашивают, почему. Ну, потому что у нас, я не знаю, городок маленький, ну, как маленький. Просто не, ну, не очень много людей. И хочу показать, что я купила сегодня. На некоторые вещи нету скидки, но все равно я их себе очень хотела и как бы купила. Так что начнем. Я думаю, начнем с этих платьев. Купила я вот такие два платья. Вчера, буквально вчера я выставляла видео. Они были, друзья,
$10. Помните, я показывала? Сегодня... Ой, камера моя. Сегодня мы приходим, тоже заехали, потому что мне там не доставало подарочки купить. Они уже по $7. И вот это на 10 лет. Вот такое красное. Вот такое платье. Вот как здесь и снизу оно. С такой подкладкой вот. Одна, другая. Вот такая маленькая девочка. Когда мои девочки были маленькие, я им покупала всегда такие платья. Полные шкафы было таких платьев. Я очень любила такие. И они, конечно, сами тоже обожали. Так, это платьечко я купила. Есть у меня в Украине. В Украине. Такая маленькая принцесса. И это я для той маленькой принцессы купила такое платьечко. Ей 8 лет. Но я взяла на 10 лет, потому что не знаю, когда отправлю, но пускай будет на вырос. Лучше пусть будет немножко больше, чем уже маловатое, знаете, так подрастет и ничего. И взяла еще. Вот такое я взяла на 12 лет, потому что не было уже этих на 8 или чтобы на 10, то я взяла на 12. Тоже оно мне понравилось. Такой как бы, это, наверное, бархат или как. И вот такая здесь девочка стоит. Вот оно как идет. Так. И здесь тоже вот с такой атласная подкладка. И еще один раз. Вот так. Такое платье. Вот. То эти платья... По $7, представляете? И там уже остались такие на два годика, 4, даже не знаю уже, если на 5, ну, размер, который побольше, то быстрее забирают, чем тот, который маленький. И вот еще купила для... сестры своей, которая... Ой, а что она так приклеилась там? Которая у нас беременная. Вот такой комбинезончик. Помните, я говорила, он был $20, и я все ждала, чтобы была на его скидка. И прихожу сегодня, он сегодня $9. Вот такой том. Она только в январе узнает, кто будет... Мальчик или девочка, ну там были такие, были розовые, были сиреневые и темно-синие. Ну то я взяла вот такой серенький, светло-серый, думаю, это более из тех всех подойдет и девочке, и мальчику. Ну хотя здесь вот голубой капюшончик, но ну, все равно будет, если будет мальчик, то будет голубой, если девочка, ну то... Ну, то будет для девочки, потому что если я бы взяла розовый, то, знаете, если будет мальчик, то вообще розовый куда, а так, то... Ну, может быть, я его достану, все равно будем отсылать. То... Сейчас я открою. Я взяла на 9-12 месяцев, вот, там были от 3 до, от, ну, до 6 месяцев, то такие как-то, такие не, ну, маленькие как бы были, то... Я взяла вот такой. Ой, какой же хорошенький. Вот. Тоже вот. Можно вот так делать. И какие-то топики одевать. А можно вот так закрывать. Как рукавичка такая. Вот. И на руках, на ручках тоже вот так. Чтобы ручки не мерзли. И вот. Удобный, когда его одевать, да, ребеночка себе сюда положил, и все, смотрите, какой теплый, хорошенький. А вот здесь, где ручки, чтобы хорошо
одевать легко. Я тоже очень люблю такие куртки и все, чтобы там не было теплого такого, потому что она затягивает одежду и все такое. А так очень удобно будет. То вот такой комбинезончик я ей взяла за $9, а были они 20. Так что, ну, может быть, больше, например, чтобы стал он $7. Там, может быть, останутся несколько штук, знаете, там самые-самые маленькие или что. То уже могут поставить завтра, допустим, за $7. Ну, уже не будет размера. То я взяла этот за 9. И вот еще тоже для ее взяла. Для нее среднего мальчика. Тоже для сестры. Самый большой был, это на 4 годика, который остался. Вот такой костюмчик. Костюмчик, курточка и такие сноупенс, такие штаны хорошие. Когда дети были маленькие, ходили в школу, то вот без таких брюк детей на двор не выпускали. Когда перемена, там у них такая... что учителя их выводят во двор, и они гуляют. Не так, как когда-то мы в школе после каждого урока, перемена, и себе бежишь, летишь куда хочешь. А здесь по-другому. Здесь выводят учителя, и с тобой они там полчаса или сколько перемена. И вот так зимой, когда были маленькие, нужно было, чтобы вот такой костюм был. Потому что снег, холодно, и чтобы ребенок не был мокрый, не замерз. Тот ребенок, который приходил вот без таких сноупенс в школу, то когда и шли во двор на прогулку, на перемену или как, то он оставался в классе, потому что он пришел без таких сноупенсов. И все. И все дети знали, и они все и шли в таких с собой брали. Если, например, не хочет одевать, то, я думаю, тоже открою сейчас. То брали в сумку, чтобы на перемене там быстренько одеться и идти гулять в школе вместе со всеми детками. Вот я сейчас открою и покажу. Этот костюмчик я купила за $10. Был 30. Вот смотрите, какая классная курточка. Есть, просто уже не было размеров, остались только. Уже совсем никаких нет. Это самый большой был на 4 годика. Хотя там у меня у сестры есть и 8, и 10 лет, и 9. Но я взяла только один, потому что были маленькие уже. Вот какой хорошенький, смотрите. Вот здесь так можно, если уже, например, немножко маловат, можно так, да. А если вот так можно. Еще, ну, конечно, можно немножко сэкономить, да, там. Так, здесь вот такое мягкое, а сюда идет уже такая вот плащевочка. И вот, и снизу здесь идет резинка. Вот так, это бутсы такие туда вставляешь, и эти снопензы наверх. И все, ребенок укутан, ножки сухие, по снегу можно качаться, валяться, так что... Такие брюки и вот такая маленькая курточка классная. И вот здесь имя пишешь ребенка своего. Это если потерялась курточка или ребенок потерялся, то имя, имейл или адрес. Есть такие, что, ну, пишут люди. Кармашек маленький для конфет. И вот здесь кармашки такие. И само качество хорошее такое. Есть там другие курточки, тоже по $10, но уже без этих брюк. Ну, то в каждой курточке другое качество свое, знаете. Капюшончик. Капюшончик отстегивается. Так что классный костюмчик очень. Уже их нету, забрали. И так несколько дней, дня три, наверное, они были. А, кто-то писал, друзья, верите ли вы в эти распродажи, потому что у них, у нас, говорит, цена пишет, будто бы такая, но она,
та была, которая была раньше, то та дешевле, которую сейчас поставили. Нет, в Америке, ну, я не знаю, как в других там магазинах, штатах, городах, у нас, друзья, так. Потому что я знаю, хожу в Костко, я знаю, сколько эта курточка была. Это вот, ну, месяца два, допустим, они их как привезли, да, то она была $30, этот наборчик, этот костюмчик. А сегодня, а купила я его за 10, то это реально, реально скидки. И, ну, как бы это не том, что там перед праздниками, ну, и перед праздниками, ну, и летом есть. Короче, скидки всегда есть. И вот купила себе такой наборчик. Помните, я купила такой голубой себе. Уже я делала в нем запеканку. А это вот этот белый захотела. Стоит он $20, да. Тоже ждала я скидку. Ой, думаю, ну хотя $5 тоже хорошо, там $7. Но нету скидки. И уже осталось несколько. Может быть, в складе есть еще. А так в магазине, то, ну, наборчиков может быть 7-9 осталось. То я решила себе, друзья, купить. За $20 в другом магазине я никак не куплю такой набор. Будет 100% дороже. Так что сейчас, конечно, я открою и посмотрим, какой он. Вот как хорошенько запечатан, даже можно отсылать. Но такое отсылать, знаете, оно, ну, тяжелое. Хотя я отсылала там, как были по 6, по $5 наборы всякие. Так, вот такое блюдо идет у нас. Не могу достать. Ой, какое ж красивое, да? Белое, классное такое. Вот. Все чистенько. Можно в посудомойку, в микроволновку, в духовку. Все классно. Например, какие-то там даже блинчики на лестничке можно положить, да. Котлетки можно положить. Да все, что угодно можно положить. И сладкое можно положить, печенье, и все подряд. Ой. Вот еще два блюда таких. Это такое. Оно как бы. Оно такое круглое. Вот. Вот так. Вот как она смотрится на коробке. Здесь какой-то хлеб. Здесь капуста. И видите, вот этот нижний, вот тот поднос или разнос, вот стоит он здесь. Здесь тоже. Ой, извиняюсь. И вот с другой стороны уже какой-то сладкие такие сделаны. Сладкий какой-то пирог, видите? И вот так, ну, вот какое еще это белое. Это тоже можно и котлеты, и мясо, и картошку, все подряд. Так что вот такой наборчик. Можно сделать как крышку, можно так, отдельно, раздельно. Ну, мне понравился белый, хорошенький, красивый. Пускай будет. И за $20 это нормальная цена. Так, и дальше, друзья, взяла свой любимый тоже наборчик, который ждала скидку, но этих то немножко больше там еще осталось. Может быть, наборов 20-30, но $15 он. 6 тарелочек, таких кастрюлечек, можно сказать. Ну, я взяла. А что, ждать, ждать, а потом придешь, не будет. Так, ну, ой, вот так она открывается. Ну, это же не... Вот как этот запечатан. Это мы будем сюда насыпать суп, борщ или какую-нибудь кашку.
Так, сейчас тоже мы достанем и посмотрим тоже хорошенько, вот как упакован. Вот какая мисочка красивая. И тоже можно ставить ее в духовку и микроволновку, в посудомойку. И борщик насыпать, да, мужу, и будет кушать. Каждый день менять вот такой цвет коричневый, как горшочки такие. Когда-то были такие глиняные. Ой, какая же красота. Так, и еще эти достанем. Вот какие красивые. Все разные, нету, чтобы два цвета было одинаковых. Красотулька какая. Да, 6 таких мисочек. И я вам скажу, недорого, $15. Ну, может, потом, может, будут по скидке, уже их поставят, может быть, $8, где-то так. Ну, если будет $8, пойду скажу, верните мне деньги, потому что я покупала за $15, и они вернут деньги без никаких проблем на карточку. Так что вот так. И те белые тоже, если будет большая скидка в течение там двух недель, допустим, да, то тоже можно сказать и вернуть деньги. И, друзья, помните, я покупала светильники такие в свой дом, вот те, что у меня на кухне. Они были $60, 59 вроде бы. И потом было, я купила за 60. Потом стала скидка на неделю $15. Я пошла и сказала, что я купила за столько-столько, сделайте мне скидку. Они мне сделали, и мне вышли они по $45, как бы, каждый. Я покупала их 4. И потом есть у меня видео, извиняюсь за попугайчиков, где они были $20. Помните, я говорила, что $20 такие светильники. Это прям, ну, они классные, шикарные. Сегодня мы подходим туда, проходим возле них. Представляете, они сегодня были $15 уже. И еще они там есть. Так что прям это кто строит дом или, ну, хочет поменять. И я так говорю на свою подружку, вот смотри, ну зачем было мне спешить? Да подожди ты несколько месяцев, ну кто знал. Да, по $15, это просто, ну, чайнист там, ресторан $15, или какой-то там заехать салат или бургер, ну, очень дешево. Так что вот такие бывают скидки, друзья. Так что вот такие сегодня мои покупки. Всем спасибо, друзья, за просмотры, и всем пока-пока. Буду делать супчики там или что, буду показывать вам эти блюда. И еще, друзья, посмотрите на мою красоту, на мой цветочек. Как быстро он зацвел, видите? Красный, да, сразу два цветка, вот какие красивые. Вот. Красотульки мои. И я говорила, что это листик, но мне пишут, что это не листики. Это такая как бы стрела, что будет, здесь будут новые цветочки. Ну, дай бог, чтобы так было, чтобы было много. Так что вот какой красивый. Вот. Ой, боюсь, чтобы что-то криво стоит. Ну, пускай стоит. Красивенький, да? Так что вот так. Всем спасибо, друзья, и всем пока.